Вернулись на родину после полугодовой командировки на Северный Кавказ. Сотрудников полиции встретили родные, представители администрации и государственных структур, которые вручили героям благодарственные письма и почетные награды. Командировка была непростой, но вы четко справились с поставленной задачей. Мы гордимся рязанскими полицейскими. Вы всегда спокойно, уверенно и ответственно выполняете поставленную задачу. Сводный отряд обеспечивал охрану общественного порядка. Сотрудники полиции пресекали незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и наркотиков. Они задерживали и обезвреживали преступников, находящихся в розыске, помогали находить контрабанду и похищенный транспорт. О, конечно, счастье, потому что дождались, считали дни, зачеркивали в календаре. Но это вторая командировка. В 2015 году была первая. Вот, тогда мы провожали его с одним ребенком, вот уже с двумя. Встречаем, провожаем. В сводном отряде проходили службу 90 сотрудников органов внутренних дел, которые представляли почти все полицейские специальности из различных районов области. Алексей работает в конвойной службе. Пригласили, решил себя попробовать в такой задаче. Ну и в данном случае уже 5 лет выполняю свою службу, даже больше. И не жалуюсь. Добросовестное выполнение служебных обязанностей, наверное, это самое главное. И бдительное наблюдание за людьми. В командировке он был 187 дней. Признается, что раньше они были значительно короче. Накануне возвращения рязанские полицейские передали служебную вахту на федеральном контрольно-пропускном пункте Затеречный своим коллегам-землякам. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».